чувак. Не, ну серьезно. Ты втихаря там что-то покупаешь, я даже не знал, что у тебя машинки-то есть. Все масштабы есть, Костя. Ну? Я же не знал этого. Лодки это уже поскольку. Это же бензиныч, да? Да. А как модель полностью называется? Ну, она изначально называлась Смарте. Смартеховская машина, недорогая, бензиновая, заднеприводная. Ага. Потом от нее остался только шасси. А, то есть ты ее переделал, да? Car Online D. А мотор какой? На сколько кубиков? 7 лошадей. А кубиков сколько? 30. 30? То есть эта дура-то мощная? Ну, чересчур даже. Короче, бензин, а на заднем плане Пашина кувыркается. Oh,
Я такого не добьюсь, полное, да? Oh.